Судя по всему, действительно, действительно, Платошкина ужасно боятся. Ужасно боятся. Почему? Я думаю, потому что Платошкин настоящий. И потому что люди очень истосковались по-настоящему. Вот у нас, я уже говорил, в последнее время все какое-то вот симулякры, да, слово придумали. Все коммунисты работают в Государственной Думе коммунистами. Гена служит в зоопарке крокодилом. Все что-то вот из себя изображают. И Платошкин вот выстрелил. И очевидно, что эффект от его появления ошеломил власть. Особенно на фоне потом поехала, значит, Хабаровск, Белоруссия. И чем больше сидит Платошкин, тем его больше боятся. Но это, с одной стороны, хорошо. Значит, есть чего бояться. Значит, действительно народ недоволен. Значит, действительно есть потребность в создании какого-то народного движения, неподконтрольного властям. В отличие от КПРФ, причем движение широкого, не сектантского, в отличие от там всяких поповых, антипартийных групп, РКРПшников и прочих, которые раскалывают и продолжают раскалывать левое движение. В общем-то, еще, понимаете, тут вот даже трудно сказать, кто хуже, вот КПРФ или вот эти мелкие сектантские группы. Ну, как сказал Сталин, обои хуже. А вот мы видим, что достаточно было одного человека, действительно, что называется, креативного и пассионарного, как вся система задрожала, затрепыхала. Да. И все наши великие вожди, сидящие в разных там башнях Кремля, срочно побежали запасаться памперсами. Ну, это, конечно, вдохновляет. А что тут скажешь? То, что идиотически этот... что он знает языки и может скрыться благодаря языкам, это, конечно, за гранью реальности. Сейчас вот как раз показывают сериал про Ивана Грозного. Там князь Курбский скрылся, но языками он там не пользовался. Сбежал от Ивана Грозного князь Курбский в Литву. Причем, что интересно, сериал... безусловно, Иван Грозный – это... в истории России очень крупная фигура, и, безусловно, так сказать, ее роль в развитии страны, безусловно, положительна. Но что не отменяет того, что человек был, мягко выражаясь, дерьмо полное. А в сериале он полностью оправдывается. Это вот такая современная политика, оправдывание дерьма. Но он-то принес большую пользу стране, да? Хотя бы. И можно поэтому еще смириться с его оправдыванием того дерьма, которое он натворил. А нынешние-то, они что принесли? Провал на Украине, провал Белоруссии, провал Молдавии, провал Закавказье, провал за провалом. Провал в медицине, провал в образовании, провал в культуре. Ну, как говорится, почувствуйте разницу с Иваном Грозным. Хотя, конечно, Иван Грозный фигура противоречивая. И вот смешнее, конечно, придумать ничего. Ну, вообще, вот, честно говоря, когда сталкиваешься с ними... с этими правоохранительной системой нашей. Там действительно много смешного, связанного с тем, что в основном молодежь крайне необразованная, некультурная. Собственно говоря, не только там она. Понятно, что там еще более-менее по сравнению с другими. Но это вот та молодежь, которая у нас есть. И от которой многое зависит в будущем. Поэтому еще раз говорю, запомним эту ситуацию с Платошкиным и будем дальше
делать свое дело. Бороться, искать, находить и не сдаваться, как сказал классик. В общем, спасибо.